Здравствуйте, дорогие огородники! Сегодня у нас 12 мая, и у меня идет активная высадка рассады. И сейчас я буду высаживать рассаду в свою объемную теплицу. Будем говорить, это даже не теплица, а парник пленочный. И я хочу вам сказать, как я это делаю. Дело в том, что у меня в этой теплице очень много разных сортов томатов. И чтобы не спутаться и все нормально, хорошо посадить и посадить достаточно быстро, я делаю следующим образом. У меня, конечно, все это начерчено на бумаге, где какой сорт будет расти. Потом я копаю лунки и расставляю по сортам уже в лунке вместе с горшочками рассаду. Как сейчас видите, вся рассада у меня уже расставлена. И я знаю, что она в любом случае будет расти уже на своем месте. Уже я не спутаюсь никаким образом. А сортов здесь достаточно много. Вот, и это еще, конечно, и ускоряет посадку. Прежде чем сделать лунки и так далее, конечно, я грунт подготовил предварительно. В этой теплице я обрабатываю землю мотоблоком, поскольку здесь вручную все-таки площадь достаточно большая. Я это делаю мотоблоком, потом вот небольшие такие тропки, и у меня получаются вот такие вот, будем говорить, уже чуть-чуть возвышенные грядки, которые я в дальнейшем буду мульчировать. В грунт я добавлял перепревший полностью компост и добавлял золу для того, чтобы были калийно-фосфорные удобрения и был кальций здесь в земле. И немножко раскисли, здесь у нас почва достаточно кислая везде. Вот, поэтому грунт подготовлен для томатов. Грунт очень достаточно качественный, очень рыхлый сейчас после культиватора. И вполне в него, конечно, уже можно высаживать рассаду. Тем более впереди передают пока хорошую погоду. Но в случае чего мы будем здесь все-таки утепляться. Потому что в том году у меня был казус, что в этой теплице даже 7 июня здесь был мороз, и все у меня померзло. В этом году я перестрахуюсь, и в случае чего у меня будет здесь организован подогрев, чтобы такого у меня больше не случилось. Так вот, теперь приступим непосредственно к высадке самой рассады. Высаживаю я достаточно ее просто и быстро, именно по операциям. Что я делаю? Вот я сейчас на примере вот этого рядка покажу. Я, конечно, сначала отставляю вот так вот напротив каждой луночки горшочек с рассадой. После чего я вот такое количество примерно, то есть, конечно, не всю теплицу, а вот небольшое количество, я лунки сразу поливаю водой. Дело в том, что здесь грунт достаточно влажный, поэтому не обязательно вот каждую лунку отдельно высаживать отдельно водой. То есть я делаю как бы по операциям, чтобы получилось быстрее. Вот. Тем более, что томаты достаточно хорошо приживаются. То есть это не перцы. Перцы желательно сажать непосредственно в воду, а томаты мы посадим вот таким вот образом. Все, и теперь мы уже идем и непосредственно сажаем. Вот смотрите, какая шикарная корневая система. Белые корешки, пушистые. Рассада молодая, поэтому она не переросшая. Все в свое время. И уже довольно-таки быстро идет высадка. Если надо, я подсыпаю грунта, чтобы не слишком заглублять ее, потому что рассаду томатов вглубь заглублять нежелательно. Если она у вас переросла, лучше наклонно, конечно, ее сажать. Вот, но у меня она не переросла, прекрасная рассада, поэтому если лунку выкопал глубоковато, я просто ее подсыпаю немножко в грунт, и все. И вот так вот достаточно быстро мы высаживаем. Вот рядок томатов я высадил. Достаточно быстро, каждый томат растет на своем месте. И теперь, в принципе, к томатам не подходим почти 2 недели. 10 дней это точно. Но в этой теплице повышенная влажность, поэтому 2 недели смело будет развиваться корневая система, и томаты поливать не надо.
Но, конечно, мы все равно следим, проверяем, как они приживаются, как они растут. Может, по необходимости где-то удаляем пасынки и уже готовим подвязку. Но до подвязки еще будет одна операция. Это как раз нужно сделать перед поливом первым. Желательно замульчировать почву. Это я делаю обязательно, чтобы не зарастало сорняками, чтобы лучше сохранялась влага, лучше развивалась корневая система под мульчой. Но сейчас мульчировать не надо. Сейчас грунт должен еще лучше прогреться. Все должно прижиться, поскольку все равно еще весна. Еще возможны возвратные холода, и холода достаточно большие. Грунт может остыть, потом, чтобы он довольно-таки быстро опять нагрелся, пока мульчировать не надо. Две недели мы ничего не делаем, просто смотрим. И максимум это обрезаем пасынки. Вот таким образом я высажу сейчас все оставшиеся томаты. И за сегодня я вполне всю эту тепличку посажу. На этом сегодня все. До свидания, до скорых встреч.